Привет, друзья, добро пожаловать. Это Майнкрафт, и за мной стоит какой-то странный громче! Чувак. Громче! Не слышно! За мной стоит какой-то алло. Странный звука гипнотизирующий... Звука нет, алло, Даш, ты где? Здесь вообще? Алло? Олег, я не слышу. Понятно. Алло! Я так понимаю, что вот эти вот два товарища, которые что-то выбивают нам тут. А чё молчим-то? Кто молчит? Где молчит? Так, я так понимаю, никто не хочет здороваться. Я давайте первый. Она меня ударит, видимо, что-то хочет сказать. Слушай, она меня бьет, но ничего не говорит. Я на счет три сейчас поздороваюсь. Один, два, три. Здравствуйте, это Майнкрафт. О, ботинки. Алло. Привет. Да что же за... А что тут у вас, парни? Ох, сколько тут лута. Ребят, а на меня не все нападают, поэтому я пока особо париться не буду. Правильно. Ой, что-то я ничего не вижу. Слушай, а давайте захватим, пусть это наш дом будет. Ну хорошо давайте. Бы было бы такую крепость. Только надо спаунер разбить, наверное. Ну, а да. Наверху картины? Блять, да. Король наверху! Тут король! Да. Где вы, где? Кремень. Идем поднимаем. А, Арчер, меня убил, блять, Арчер, король. Бегу наверх. Наверху король, прям в мантии короля. Ой, тут столько лута! О, здоровый дядька. Смотри, реально. Какой у него огромный. Тут кто топор, там у него топор, да. Я просто... Боюсь... Спросить. Ой. Просто, кто у кого-то мог... И ничего Лагерь не вижу, Кинг меня... меня убил. Я же говорю, вообще задрот, блядь. Лагерь Кинг. Пивка еще наебеню. Я уже мне кажется, его. Короля только смещать под пивом надо. Давай, под пивом короля. Долби его, короля Даш. Короля под пивом. Долби. Пивом, пивом, пивом. Долби короля. Бей. Был Бью. Король и нет короля. Короля. Мы меня долбим. Нет вообще ни защиты. Все, минус король. Есть! Что у него там? Вы убили короля. Лутайте покои короля. Да? Ух ты, хиротрон, смотри. Ребят, так этих тоже надо перебить как да, бы. Да, лучников. Да в жопу их. А что меня не лутает, слышь? Я не могу посмотреть, что алмаз я заберу. О, арбалет я заберу. Что это за палка? Огненный стержень. Палка-копалка. Блин, давайте все, это наш теперь дом будет. Это наш дом. Вот это покои. Мои. Взяли, убили короля, нормально вообще. Вот это покои. Вообще пришли, не знаю, совести. Так, ребят... Надо же все класс. Облутать. Вы же понимаете, на каждом Дашка, этаже... Дай нам еще три инвентаря пустых, мы все залутаем. Так, весь что дом. Наверху? Ребята, что вот наверху тут же есть? Сундуки, вниз опускайтесь. Во-первых, тут надо перебить Олег, сразу всех. Олег стекла пошел бить, подожди, сейчас мы. Ну, не ломай наш будущий дом. Офигеть. Мне кажется, я отравлен. Мне кажется, пиво... Я тоже что-то, походу, перебрал. А вот, смотри, Даш, девушка со свиньей. Смотри, какая красота. Где? А вон наверху. Ну, няшненько же. Я предлагаю спуститься все-таки вниз и долутать сундуки. А можно узнать, что здесь было? Вот арбалет. Там говно какое-то. Бутылочка. Даш, тебе бутылочка нужна? Ой, ребята, тут деревья прям внутри дома. Нищебродненько так. А ну иди сюда. Нет, у короля должны быть какие-то нычки, точно тебе говорю. Да там куча мест. Все. Вот, посмотри, сколько тут лучше. О, садик у них, реально садик. Я же говорю, с... Кайфово. Я же говорю, тут сундуков полным по... Только багровая у них дверь. Нет. Почему? Тут есть? Можно выгуливать кого-то из нас. Моего голема. Кстати, я бы голема сделала. Он сюда. Дома у тебя тусится. А я могу нового сделать. Я же сколько здрасте. Сундуков этих металл насобирала. Металл. Так, что-то капец какой-то. Успокойся. Успокойся, Аля. Вот еще тут сундуки. Их... Опять тут они спаунятся очень... откуда-то. Слушай, они их колдуют, что ли? Да ребята не может с барабанами. Да, ребята, блин, с барабанами просто лапками стучат и все. А почему появляется тогда лучник за лучником? За лучник? Они снизу кто появ... такой за лучник? Это кто? Так, за лучник только за лучник. Сверху. Да. Снизу, точнее, поднимаются сверху. О, пацаны. Извините, я немножко пива выпила. Так что, по барабанам будем бить сегодня, а? Не надо, мне жалко бить. Бей барабан за родной Биробиджан, ну, смотри, давай. Он стучал, пришел в итоге лучник откуда-то. Так, ребята, вот они отсюда поднимаются. А, да. Вот же тут еще спуск. Вот надо стоит перекусить. Один. Надо перекусить. Тебя убить надо? Надо. Ты этого алмазного все убил. Ребята, а тут какой целый алмазный? Зал внизу. Песня была такая, кстати. Алмазный да, кто? Долба кто? Олег же автор. А. Офигеть. На Spotify можно послушать? Фурантур, у тебя какой-то фурантур. Фурантур меня, ну какой-то. Эй, Артурчик фурантур. Ух ты, Даша, это твоя комната была. А где ты взял алмазные штаны? Еще в той серии нашел. Рыба вам надо? Рыба вам надо? Там рыба. Надо. Лучше рыба в трусах. У сырая обезьяна в руке. Пшеница, привет. Деревянная кирка. Барабанщики. Они ну все, можно, мы всех где, перебили. Где еще есть ништяки? Все, мне хватит, кажется, вам. Где-то в королевских покоях там надо искать. Блин, там надо это искать. Подозрительно точно очень. Точно тебе говорю, точно. Ну мы все перебили, ребят, всех перебили. Я и думаю, что надо продолбиться снова наверху, я пойду посмотрю. А мне кажется, да если внизу есть что-то внизу у них топовое,
Ничего. Нет, у меня вообще нет ни спуска, ничего. Так смотри, что, у короля будем делать? У короля должна быть королевская сокровищница, правильно? Умничка должна быть, правильно. Да. Ну вот мы... Даже секретная дверь самое... должна быть у короля за картиной. А, вот вы как думаете. Да. Хитрые, что ли? Очень. Блин, ну классное место. Ать. Вот здесь, кстати, где прицел, наверное, красный, смотри. Вот зачем здесь красный прицел, скажи мне? Кто-то кого-то ударил, кстати. То есть где-то еще ходит... Ага, вот тенычка. Есть что-то? О, да? Прикольно. А, это небо. То есть вы в итоге наш будущий дом раздолбили? Да не совсем. Да не, большой, это залупа большая. Не хочу такой дом огромный. Слишком огромный, столько этажей, это капец. В принципе, по форме я с тобой согласна, да. Мне нравится только королевская комната сверху, и все. А тут остальное такое. Жень, что тебе мешает такой же построить? Ну, я имею в виду такой же трон себе. Да, Дашечка, смотри, наверху, это же не зря такой купол такой, да? Давайте картины продолбимся. Мне кажется, где-то за картиной что-то есть. А я думаю, что нет. О, я и могу с собой забрать дома. Давайте дома повесим. Как трофей, то, что мы царя свергли, все. Да. Картины можно, да. Ты будешь королевой, ты, Даш. Королева? Хорошо. А кем будет Женя? Королем. Герцогом. И ты королем. Два короля и одна королева. Герцог будет. Главное, сломал картину и не взял с собой. Молодец. Я взял картину. Некуда, Дашечка. Даш, у меня для тебя кое-что есть. Иди сюда. Смотри, нифига. Да иди сюда, ну я тебе скину. Че? Че там? Че ты мне там скинул? А, зелье какое-то? Ага. А я его взяла? Пузырек опыта? Нет. А, камни опять? Нет! Нет! Не смей мне бросать камни. У меня нет камней. Угу. Зато ты мне дал ступень. Я бутылочку тебе сбросил. Да, кстати, бутылочка была. Ну вот я и забрала пузырек опыта. Так, что мы делаем с этим замком вообще? Так, я смотрите. Я думаю, вы хотите его взорвать? Вообще хорошая мысль, но мне кажется, где-то должен быть секретный клад. О, опускается туман сверху, смотри, как плавно. У нас нет тумана. А у меня сверху опускается туман плавно так. Да, Жень, у тебя какая-то беда просто. Да. Жень, боюсь, что это какая-то пелена падает уже. Это печальная ситуация, но... Ну, решили немножко. Так, значит... Я пойду просто посмотрю, где эти ваши барабанисты. Мне страшно на это смотреть. Ну, вот так вот эффект домино доставим. На лесенка, с лесенкой, так вот раз, оп. То есть оно должно быть цепной реакцией, правильно? Ну да. Обалдеть. Я на всякий случай скреплю, конечно, вот эти соединения. Скрипи, скрипи, а я проложу по-быстрому сейчас красиво. Да-да-да, делай, а я... Багровые доски. Багровые реки. С Жаном Рено. Сожженная плита. Березовый люк. Багровая дверь. Блин. Это хорошо. Хо-хо-хо, бля, я тебе сейчас похыкаю, тварь. Так, очищенный, искаженный стебель. Да я не тебе. Можно я спущусь как-то, ребята? Не спуститься, ничего. Что не может спуститься, не подняться. А как отсюда вытянешь? Потому что можно никак, рядом долби. А, спасибо за подсказку. Долби рядом. Долби так, его, долби. Тут... Жаркий магнум. Пошли песни. Песни пошли. Я умоляю. Пошли песни. Давно не было. Ой, там ребята кряхтит. Заебало, да, ты шучку? Да нет, просто я слышу, что кто-то где-то кряхтит. Ну это логично, это майн, здесь кто-то всегда кряхтит. Вау, пришли защитники. Защитники, да? Нормально. Защитники. Это фильм такой вышел. Да, вот я и говорю, скорее всего, из фильма. Такой российский Марвел, да? Да, обоссаны. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты вообще офигевший? Российский Марвел. Тихо, сразу двоих луплю. Лупи троих съесть. Меня сейчас убьет! Лупи его, лупи. А, тут морда, слышь, тут бардаха этого убить. Мордор? А, Мордор. Мордор. Даш, убей его, что ты прячешься в кусты? У меня осталось одно сердце, что убей, убей. Я двоих убила. Сердце. Продолжаем, Жень. Тебе не хочется. В том же духе? Я... Слышите, вы барабанистые. Бля, он упал, слышь, он упал, бля, умер. Ой, за короля. Так, взрываем, господа, а то умрем сейчас. Погоди, сейчас. Давай. Скреплю еще немножко, все. Заряжай, давай, искорку. Пошел. Пошло дерьмо. Ой, курица на зомби, зомби на курице. Зомби на курице. Лишь бы не багануло. Красота. Давайте. За голема. Был царь и нету царька. Кто? Школьник, иди нахуй. Блин, реально, была бы физонка, вообще бы круто было с физоном. Физоном? Офигеть. Да. А покои-то короля остались, как ни крути. Ну, понятное дело. Так, вы задрали, честно, уже. А мы хотели тут жить.
Да, ну слишком огромное место. Ну. Да, мне тоже сказали. Никто не хочет, огромный. Меня убили. Разбойник убил. Так. Почему я прыгнул прямо на факел? Ну что за говно? Ну ладно. Вот что, пацаны, негде жить? Понимаю. Все, до свидания. Типа затроллил, да? Have you been teleported to you? Телепорт. Ой, бежит мелкий, и лепрекон к тебе прибежал. Телепорт to you. О, лепрекон! Что тут за садомия? Садомитики? Он убил меня, блядь. Лутбан этот уебанный. Маленький лутбан. Привет, что спишь? Я бегу отсюда. Это моя кровать, дурында, блядь. Это кому сейчас сказал? А там я домой тпшнулся. Тут еще динамит есть. Мне больно. Сказала я. Все, пацаны, до свидания. Удачи. Воу! Удачи, пацаны. Все. Посмотрите ни короля, на мини-карту. Ни замка, посмотрите ни на мини-карту. Она уже не мини-карту. Абзац. Вас не смущает количество? Очень. Может, мы убежим от разбийников этих, нет? Так вот я бегу на юг. Разбийников надо слить сюда. Кто сможет убежать? На юг я бегу. А где лепрекон жил до этого? Я его раньше не видел. Где-то жил. Мелкий еще какой-то ко мне бежит. Мелкий. Он пропал, кстати. Бежал за тобой и пропал. Видимо, мать позвала кушать, наверное, он пропал. Ты очень добрый. А, так вот они где. Кто? Блин, что это за звуки? Ноль, у меня какой-то ноль. Мне стрёмно. Ай, ебать, копать. Даша, ну ты вот сколько часов в майне, а ты бежала, упала, разбилась. Как я в детстве замороженным шел, разбился нахер, блядь. Как так? Ну, шел, споткнулся, знаешь, как зацепился там, шнурок за шнурок, блядь. Хуяк, блядь, на асфальте прям упал, колени все в слезах, прихожу, блядь, ни мороженого, ни хуя, ни коленей. Ни коленей, да? Нормально сходил за морожкой. Да, боец за ним сходил? Невидимого фронта. Да, ну, другой дорогой уже, к сожалению. А Ника воин. Ребята, так. Впереди нас ждет огромный лес. Я тоже такое слышал раньше. Огромный лес. Даже ты хотела когда-нибудь быть бойскаутом? Нет, я бы хотела быть гёрл-скаутом, а вот бойскаутом что-то не очень. Гёрл-скаутом? Вот не то. Я все вижу, кроме Жени. Я сзади вас. Женя хоть раз бы спросила, где вы, ребят? Никогда не спрашиваю. Вообще похер, похуй. Что-то Женя возле меня, мне в пятки дышит. Где они там? Чего они там? Какие пятки? Это я дышу тебе сзади. Сзади вас. Это я. Где ты, Женя, у меня? Да сзади вас. То есть у вас уже шизофрения начинается, а, да? То есть там где-то в жопе расщепление мира... личности. Расщепление... Ой, еще один замок, блядь, я босс. Что значит в жопе мира? Это не замок. Это залупанок, да? Ой, катастрофа. Ой, ужас какой. Лепрекона вы так и не замочили, да? А что Даша ускакала, Даша? Ты вообще как бы нормально? Я наверх хочу подняться и понять, что вообще вокруг. Юг найти, да? Хочешь на юг пойти? Вы же хотели на юг. Мы не хотели, ты нас сама послала. Блин, как тут много этих замков. Там в пенях. Каких? С королями? Тут уже царство, королевство? Да, тут Игра престолов. Драконы должны быть. Там есть сиськи и драконы. Много серий и сезонов. Вот-вот, и я о том же. Поэтому я отсюда свалю. Почему мы бежим на юг и все время попадаем на север? Сиськи и драконы. Женя так обреченно это сказал. Да, Женя, а что такое обреченность в сиськах? Вот что вам нужно, да? Ныне людям в сериалах. Если ты на шапку канала к бабушке сиськи прибавишь, ты, говорю, сразу хайпанешь. Меня скорее канал выпилит, походу. А ты же за цензурь, Жень, пиксельные. Да, ты пиксельные сиськи бабке добавишь, и все будет в порядке. Ну что, внучок, тряхнем стариной. Да, и все в порядке. О, Анкл Сно. А говорил, что сзади меня, уже впереди оказалось. Я же говорю, здесь все периодически. Доска темного дуба хочешь? Хочу. Дуб как андеграунд. Дуб Санома хочу. Дашечка, в какие ебеня ты нас вывела? Южные. Ребят, что мы нашли? Воу! Это кто? Это растение против зомби? Да. Оно сильно ядовит? Ох, нихера. Неплохо так. Дженнифер дампт ми. Дженнифер бросила меня. Офигеть, это что такое? Я думаю, что здесь должны давайте, жить... Давайте овцу сбагрим. А они реагируют на так друг на друга? Привет. Будешь меня кусать? Воу. Это больно. А, вы решили поджечь, вы решили быть опасными, да? Пока, цветочки. Воу.
Нормально. Ты тоже получил... А Анна на воде устал? Прекрасно себя ощущает, я так смотрю. И мило оно всех ведет. Еще сейчас течет под воду. О, спряталась. Так, я хочу подняться повыше. Мне кажется, спряталась? Что мы наконец-то дошли. Блядь, да, Женя, оно спряталось реально. Хера. Ребята, по-моему, мы нашли то, что нас интересует. Что мы там интересует? Скорее всего, мы нашли джунгли. Джунгли зовут. Мы, по-моему, шли-шли и наконец-то пришли. Так, подниматься по лианам. Вы знаете, что вроде бы раньше можно было? Ау. Очевидность, она такая. Не пердел? Это же передача такая была. Я понимаю. Но джунгли зовут. Тихо-тихо-тихо. Только не говори, что здесь нет панд. Настоящий красивый попугай. Да, смотрите, как какао-бобы. Это какао-бобы квадратные? Какао-бобы, да, квадратные. Кто накакал? Никогда не пил какао-бобы. Тихо, аккуратно здесь. Я не пил какао-бобы. Квадратные. Блядь. Кто там? Что, упал? Ну как, зелень, земля. А, по попе? Больно? Зелень, земля. Ребята, тут этих растений аккуратно. Фига, да, тут красиво. Здесь панд точно не будет, судя по этим растениям. Почему? Они, может быть, дружат. Панды же где? На лианах, как обезьяны, да? Панды на лианах, как обезьяны. Ты что, рэпчик решил уже зачитать лианам? Бананы. Обезьяны. Бананы. Ох, как тут красиво, ребята. Ой, можно на вершину подняться и посмотреть. Слушайте, а может быть нам дом в джунглях построить? Я знаю, где дом построй. Ой, лаги, 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 блядь, какие лаги, ни хера себе. У меня аж игра зависла от лагов. Да, у меня тоже самое фризнуло. Нифига. Тоже, да. Ребят, блядь, растень! Что за хуй? Бля, молния ударила рядом со мной. Я серьезно, без прикола, прям начнем. Молния ударила, я думал, это бог грома. Зевс. Ребятки, давайте ко мне, я вам покажу, где надо делать дом. Вы сейчас прозрите. Даша, нет тут твоих как панд. Это нет? Ну, тут так. Должны быть панды. Нету. Панда? В смысле? Так, Олег. Да. Давай на меня. На меня быстро панды. Оба. Быстро. Ща. Быстро, быстро. Вот, смотри, что-то прям где-то. Дерево за тобой, прям вот, смотри, какое огромное, блядь, самое высокое здесь. И надо как-то туда забраться. Вы хотите, ножками? У меня нету столько блоков. У меня есть возможность. А я могу, а вы не можете. Та-та-та, прыгай же ж. Лалычи. Лалычи, лалычи. Смотри, что вы орете, как сучки не берете? Не упала. А. Тут надо кружиться. Кружится, да. Аккуратно, Женя! А зачем ты меня зажег? Зачем вы зажглись? Я не зажег, случайно. Зомби! Ты насмерть разбился? Я разбился. Ты ж свалил, мне осталось полсердца. Ой. Аккуратно. А, зомби. Фоляв. Говид и фоляв. Дашечка, можно я с тобой? Спасибо. А я не хочу никого смущать, но где-то здесь зомби кряхтят. Женя, а ты тут? Да. Олеж, зачем ты поджег это дерево? Я случайно. Ага. Угу, меня поджег, сильно я в итоге разбился. Сильно заметно? Я в итоге разбился. Супер! Было хорошо. Главное, чтоб посмеялись. Самое главное. Главное, чтоб всем весело. Пойду искать другое дерево. Ну зачем? Ну это же дерево. Оно не виновато, Жень. Вы плохие. Зачем, Женечка? Да наверху на дереве лагануло, блядь, аж зависло, нихера. Да. Давайте поднимемся. Да какое дерево? Так вот, ребята, есть вон повыше, куда? Давай пошли, там выше деревья же есть. Выше уже не было. Вон огромное. Да не лагай, сука, оно аж виснет, блядь, намертво. Да. Вон, смотрите. Вот это дерево я люблю. Точно, Жень? Вот что я люблю. Интересно, а что вызывает лаги на компьютере? Сервер Даши. А. Сервер Даши. О, сервер Даши. Сервер Даши. Что вы там взрываете? Никто ничего не взрывает. Совестные, вы пришли в джунгли. Абсолютно ничего. Тропики. Абсолютно. И все взрывается. А вон, кстати, бамбук, и там, наверное, могут быть твои панды, кстати. Так я же, чем и говорю, к бамбуку. Я не могу, у меня лаги, у меня один кадр, бля. Вот я тебе про это говорю, он напрочь виснет, и все, и дальше ты не спасешься никак. За бамбук. За бамбук. Блять, как отсюда теперь уйти? Так. Так, что это у нас тут такое? Это дом. Дом на дереве. А зачем ты убрал? Надо было прямо на этом строить, на зеленом. Я просто хочу, как макушку сделать отдельно, ровненькую, да, потому что она же кривая получится, а так будет красиво. Слушайте, вид тут открывается. Ребят, мы же хотели из золота. Дом на дереве из золота. А, сейчас сделаем. Ну это пока основа. Деревянно, ты по дереву ж ходить. Ну полы-то красивые, лучше же по дереву ходить, оно пахнет хотя бы, да. Золото что оно?
Ты сильно запах в Майне чувствуешь? Расскажи мне, эксперт. Эксперт запаха в Майнкрафте? Опять сострил, да? Давай, Жень, выкладывай. Давай, Жень. Видишь ли, земля у нас квадрокруглая там. Красиво. Место квадрата. Даша пыталась, она выдавила из себя. Тут красиво. Я просто пытаюсь тут очистить немножко вам. Здесь так красиво. Просто невыносимо. А, боюсь спросить, из какого дерева вы сейчас? С какого говна? Там сундук с порталом, кстати, смотрите. Так я же только что тебе об этом говорила, Жень. С подключением? С подключением. Где сундук с порталом? А, внизу. Тут будет некрасиво, просто невыносимо. Даша, это будет лучший дом в твоей жизни, поверь мне. Потому что он дорогой из золота, да? Смотри какой, а, смотри. Он аккуратный, аккуратненький. Давайте дом Писюн, может, сделаем, не? Чего вы сюда? У вас комната игровая была, дом Писюн. Она и осталась, не была. Дом Писюн. Ну, нафига ты? Я на этот паркет смотрю, это такой какой-то... Да, это Женя клал. Сейчас я поменяю. На него, на паркет наш. А я на Майн клал. Вообще-то нет. Ладно, на паркет, так. Жень, не надо на паркет, у нас не так много паркетов. На паркет. Ну как, а что у нас с полами? Что с полами? Тут дуб уже создавал. Беленый дуб уже с хлоркой облит. Что это? А где вход, ребятки, а где дверь? Что за контраст пацанский? Этот самый, зачем вам вход? У меня где-то дверь была, кстати. А я дверь красную, помню, выкинула. А я тоже выкинул, оказывается. Так, ну, Даша выбросила, да. Так, смотрите, давайте вот тут в центре у нас будет дырка, спускаться будем. А там тогда лестницу сделаем тогда. Кто-то мне землю сбросил. Давай сделаем лестницу такую длинную. Да, но для этого нам нужно что поставить? Дерево? Нам нет. Загадки от Жака Фреско. Что нам надо поставить? Я могу пойти за деревом, ребят. А почему вот это бельмо? Это что? Ты живешь на дереве и пойдешь за деревом? Мне жалко наше дерево срубать. Зацените, как роскошь лахари. Сделал хитро, да? Я пошла за деревом, ребят. Лахари. Воу, лухари. О, дождик пошел. Жень, собирай, напьемся сейчас с горя. Так, я пошла за деревом. Так, окна будем делать или нахер тебе окна, да, в жопу? Да? Ну? В смысле, окна не будем Чародейская делать? Чародейская книга. Хорошо, нахера нами? Да. Меня все равно подлагивает, слышь? Просто 32 ядра компьютер, блядь. Такой комп дорогой. Так вот. Ну это же Майнкрафт. А, ну да. Ты думал, ты что, для Майна собирал, что ли? Ну. О, цветок этот сраный, голодный. Для Майна там за несколько миллионов комп будет. Какой цветок? У нас что там, цветок? Судя по тому, как Майн смотрит, то тут надо миллионы, да. Я лучше пойду посмотрю, что тут. Кстати, тут есть сундук. А я пока подумаю. Да не пей меня, лава дурацкая. Что? О-о-о. Мое. Это мое. Нифига тут раскаты красивые. Э, алло. Да ты достал меня уже. Что там происходит у тебя? Достали меня эти ваши зомби. Ай! Что там у вас происходит, пока я прописываю телепортацию? Супер. Пока. Понятно. А я знаю, что я сейчас сделаю. Что с тобой случилось там, Даша? Ну что, меня зомби убил. Классик. Я с верстак вам притащу. Кто мне? Я уже сделал верстак, Даша. Будет еще один. Хорошо. Так. Не очень, да, идея с этими штуками? Даш, как тебе? Сейчас я хочу погоду убрать, мне это напрягает. Изысканность, как тебе? Изысканность. Не хватило два блока буквально для изысканного шедевра. Оно еще подлагивает просто, зараза, блядь. Даш, ты не понимаешь, как лестницу делать? По-моему, нужны палки и доски. В общем, короче, что-то надо. Я пошла вниз. Я понимаю, что палки и доски. Я пошла вниз за деревом. Так. А хотя зачем вам лестница? А, это элементарно, Ватсон. Так, мне нужны дубовые доски. Честно сказать, тут такая кринжа лютая будет. Женя, а зачем тебе верстак здесь? А как ты будешь лестницу делать? Да, лестницу. Так же, как ты делал динамит. Я его не делал. А, тогда и лестница не нужна. Можно без лестницы. Я же не делал динамит. Что вы тут наделали? Мне кажется, что надо как-то подрасшириться было. Это маловато для меня. Я только один здесь могу уместиться. Это что это такое? Что вы наделали? Даш, как тебе изысканность, кстати? Супер, лохери. Лакшери? Лухери. А, лухери. Полное. О, все, у меня сломался топор. Ну, я нашла другой. Поэтому я сейчас его использую. Элементарно, Ватсон. Я бы хотела комнату вниз. Женис, ты спустился, как это, знаешь, как это... Здравствуйте. Как кто? Так, придется сейчас все менять. Да я не знаю даже.
придется все менять. Что там за чух-чух-чух-чух? Зачем ты меня закрыл? Да что ты делаешь? Я меняю пол, потому что это не лухари, это какой-то бухари. Как будто бы бухари укладывали это лухари. Так, погоди-ка. Погоди-ка. О-о-о-о. Где ты набрал эти доски замечательные? Ну я ж только что падала вниз. Меня убил зомби, пока вы тут... Я тоже так же спускался. Ребята, а у вас же, подождите, у вас же было 250 блоков золота. Куда делось-то? Ваше да, золото. Жень, кстати. Золотишко, что, дай, мы хотим из золота дом. Что ты я превратил в блоки? Зачем? Что-то положил на кошелек, да? Бам. Да. Жень, давай быстрее, что там? Да не могу я. Жень, ну быстрее. Женек, ну что за это? Ну лолизм такой. Какой лолизм? Я просто тут надо, чтобы поставить лестницу, надо сносить все лианы. Так сноси, давай. Эти лианы надо сносить? Да. Все. Видишь, в чем проблема? Отвалил от меня, да, придурочный? Да я нет, здесь, я Даш, ну что ты ругаешься? Да я не про тебя. Ну, зомби тут ходил, мне мешал. Ага. А, ну в принципе, да. Что сам с собой разговаривает? Мы Женя. Об одном, я ему про Ивана, а он мне про болвана, да? Вот красота. Так, тут, ребят, тут есть еще один золотой блок, если вам надо. Нет. Возле полуразрушенного этого... Портала? Да. И что там? О, привет, киска! Ты в зоне риска? Если у вас есть этот самый, то вы можете покормить киску. А, ну да, как обычно. Нафиг мне ваш убитый арбалет? Поскладывали ко мне весь свой хлам, Жень, понимаете? У тебя все в порядке? Не очень. Мы так и поняли, да? А что ты делаешь? Пытаюсь Женя забраться. Делает лесенку. А-а-а. Я же лестницу делаю, алло. И как ты у тебя? Ты должен сделать лестницу. Пока неудачно. Что-то все топоры эти золотые совсем какашка. Не, я это изначально знала. Не, не пользуйся золотыми топорами. А у меня других нет, поэтому я... Слушай, а я что-то не могу забраться отсюда. Потому что, я же говорю, надо сносить лианы. А лианы — это отдельный объект, лестницу на лианы не поставить. Так там за лианой сразу лестница. Нельзя. Такая золотая? Так нельзя. Почему? Ну вот так решили разработчики. Ах вы разработчики. Я могу немножко этих самых принести. Васьквата? Так, есть дерево. Сейчас я все сделаю красиво. Ой, урод, блядь. Что ты делаешь? Это ты кому? Да я упал вниз, а тут этот со щитом дебил, блядь. А, ты его на себя переманил. Хорошо. Кому это, блядь? Вот я тут сказал, вся игра такая. Ты кому? Ты кому это, да? Я пытаюсь понять, кому ты. А, ты читеришь! Даш, я вижу. Зачем так? Я вижу, как ты читеришь. Я? Угу. Вообще, я хожу дерево собираю, ну да ладно. Ладно, я поеду. Я вижу, как ты читеришь. Что это за звук? Слушай. Что? Что на этот раз я должен услышать, Жень? Я не слышу. Тут какие-то звуки стрёмные. Какие? Не знаю, какой-то... Коровы, Даш. Бывают в игре Майнкрафт такие звери, как коровы. Может, ты когда-то дерево ела? Ты лепёхами... Рога. Спасибо. Жень, а ты лепёхи бросал или ел? Я бросал только. Говорят, что лепёшки, если с глиной смешать... Привет, что? Я ёжика нашла! Да не пей, ты придурок! То будет интересно. А это ёжик меня бьёт? С глиной смешать? Я ёжика встретила! Я ёжика там встретила! Да, я понял тебя. Господа зрители, понятно. Я встретила ёжика. У них своя там атмосфера, а я буду тусить с ёжиком. Привет. Я ежа встретила. Пошли посмотрим. Смотри, ёжик. Попе-ножик. Где? Женя, ты грубый. Тут вот это ёжик, он убежал. Давай я посмотрим. Грубый. Давай поможем найти ёжика. Маму? Да какую маму ёжика? Где же ёжик? Вы спугнули ёжика. Я вообще его не видел. Спукнули, мы спукнули. Вы спукнули ёжика? Спукнули? Спукнули. Лично. Ну смотри, это ну как бы... Это база скорее. Две буквы Т это Т, а Н это посередине. Это Н, да? Понятно, по краям буква Т. А можно еще золото, ребят? Можно, ну уже, да, Даша, на. На, держи золотишко, да. О, спасибо. Лакшери, сейчас будет такой лакшери, лухари, на. Сейчас это лухари будет. Именно что лухари. Откуда будет у тебя это все золото? Ну, с той первой серии, где мы начали там тролля троллить. А, тролля троллить. Затроллили тролля. Тролли за тролли. Давай, Дашка, покажи нам класс. Мастер? Теперь мне надо туда забраться как-то. А прикинь, я сейчас беру кремень, поджигаю динамит. И дома и нет? Все.
И жопка. И снова седая ночь. Да? Седая плоть, а седая ночь. Хорошо, допустим. А у нас крыша вообще планируется? Евгений, да. Или... как вы добились успеха? Как вы это сделали? Я просто строил лестницы. В Майнкрафте еще скажи. Точно. Так, погоди-ка, погоди-ка. Как я попал в журнал? Что за клетка у нас в итоге получается? Даш, я тоже пытаюсь понять. Хочется смотреть на мир белыми глазами просто. Ну так смотри золотыми. Зачем ты их ломаешь? А нафига? Это же подсветка. Мы какая? Так одну оставь, две. А стекла-то где, алло? А стекла надо будет варить. Понимаешь, тут красивый вид, а ты застраиваешь нас в это, в мавзолей очередной лет. Мавзолей. Может, нам уже скоро заканчивать, а то я, честно говоря, устала. Да, согласен. Давайте быстро крышу сделаем и им заканчиваем. А из чего? Из дерева? Мне надо наверх. Пока, ребят. Я вам золотую крышу дади, да. Так вот. Короче, дом летсплейщиков, да? Вот это труд. Ну да. Ломайте эти деревянные блоки, все. Крышу золотую я вам сделала. Полностью все готово? Да. Ух, нифига себе. Прям нормально? Все, у меня кончилось. Кто? Кирки сломались, Даша. Топорище. А, сейчас спущу. Кирочки сломались, к сожалению. Топорище сломалось, не кирочки. Здрасте. Все. Сейчас, подождите, ну, сейчас я к вам залезу. Что-то как-то не туда, не сюда, не? Сейчас, погоди-ка. Это есть. Чего тут за крыши эти картины повесили? И что? А нельзя так крышу повесить картину? Нет, зачем? Опять дождь пошел. Вот это надо еще сломать, и будет вообще красота. Вот, кстати, туда можно вставить вот эти светящиеся блоки. Олеж. О, я вам кое-что покажу. Давай. Смотрите. Я сейчас на лодке отсюда поеду. Женек, покажи. Это было эпично. Смотри, он плавает, блядь, реально. Я сливаюсь. У человека золотого дома золотого. Олеж, вставь вот тут вот эту вот расщелину в свои белые зубы. Щербину вот эту возьми и ставь. Сейчас защербинимся, давай. Защербинишься? Золотой дом. Даш, а может крест-накрест сделать? Красиво. Зачем? А тут не получится. Заказчик не задает лишних вопросов. Давай. Сделай, будет красивее. В смысле, вот так? Погоди-ка. Посередине, только через один блок сделай. Да, давай. Вот тут в углу и там в углу. Чик. Чирик, вот пиздык, и все нормально. Давай. Сами делайте, я не поняла, чего вы хотите. Слушайте, а золото горит, если поджечь его? Нет, Олежа, не... только попробуй. Попробуй золото только. Горит. Только золото попробуй. Горит. Только рискни. Ой, картина в окно улетела. Даша, ну само как-то. Олежа, я буду заканчивать уже лично серию, а вы как хотите. Лично? Олежа! Проси... Все. Подожди, я буду, ребята, с вами прощаться. Мы тут построили дом не пойми какой формы, что это у вас за... Не пойми как, не пойми куда. Быстро прощайтесь, быстрее прощайтесь! Прощайтесь! Пока. Что вы сделали? Вы снесли мою крышу! Прощайтесь, ребят, быстрее извините, прощайтесь. Извините, пожалуйста, Майнкрафта больше не будет. Простите, пожалуйста. Все? Простите, да. Все, больше... Абзац. Вот все. Зубы отпали, все отпало. Я старалась, как могла. Забрала, упала. Все упало. С вас много лайков, чтобы продолжение вообще хоть когда-нибудь вышло. С вот этими вот вредными людьми, которые пытаются разрушить золотой дом. Все? Ну все. Ты падаешь? Ты ливаешь? Олег сливается. Все, пока. Удачи. Прыгай ко мне, Даш. Прыгай. Не хочу. Ну ладно. Ладно. Поехали. Все, ребята, всем пока. Пока. О, тут лава. Все, пока. Прощаться будешь или нет? Да, всего хорошего. Пока.